Всем привет! С вами SkyTop. Кошка – одно из наиболее популярных домашних животных. Это самостоятельные, очень чистоплотные животные, которые не требуют особого ухода за собой и доставляют большое удовольствие своему хозяину при общении. Так сложилось, что кошки боятся собак. И это все знают, даже в мультиках это показано. Но есть такие кошки, которые не боятся псов, а даже наоборот могут нападать на них. Та, выгнув спину, вовсе не убегают от собаки, а когда та подходит слишком близко, то бросаются в атаку. А здесь можно наблюдать противостояние кота и собаки бойцовской породы. У кота стальные яйца, ведь он не только не убегает от этого противника, но еще и бросается на него. Этот пес может просто порвать кота, но он этого не делает и проигрывает эту схватку. Когда у кошки появляются котята, она будет защищать их всеми своими силами и будет бросаться на любого, кто может причинить им вред. Мужчина выгуливает своего пса, который в какой-то момент замечает на дороге маленького котенка и бросается на него. Но тут появляется кошка-мать, которая атакует собаку и отгоняет ее от котенка. А здесь доберман играет с маленьким котенком. Хоть это и игра, пес все равно может причинить ему вред. И тут появляется мать котенка и одним ударом отгоняет собаку. Удивительно, но кошки могут заступаться не только за своих котят, но даже и за собак. Прохожий с собакой проходит мимо частного дома, где за забором бегает другая собака, поменьше размером. Пес у прохожего кидается на ту собаку, и хотя она была за воротами, все равно пугается и убегает. И вот на помощь униженной собаке приходит кот. Он бесстрашно бросается на наглого пса и показывает, кто здесь действительно хозяин. А здесь можно видеть привязанную к лавочке собаку, кота, сидящего рядом, и вторую собаку, которая носится поблизости и пытается играть с привязанным псом. Кот, сидящий на лавочке, подумал, что та собачка нападает на привязанного пса и решает заступиться за него. А здесь бесстрашная кошка напала на змею. Кошка ведет себя очень осторожно, ведь она понимает, что один укус змеи может лишить ее жизни. Проявляя молниеносную реакцию, кошка избегает атак гадюки, а сама периодически бьет ее лапой. Змея не смогла справиться с этим хищником и проиграла эту схватку. Тут смелый кот не испугался крокодила. Крокодил вышел из воды и оказался совсем рядом с котом, которому это не понравилось. Кот пытается прогнать зубастую рептилию, и вскоре крокодил уходит. На этом все. Друзья.